Больше полутысячи югорских молодых семей смогут рассчитывать на улучшение жилищных условий в следующем году. Сегодня на заседании правительства региона одобрили участие округа в мероприятиях государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в 2024-2026 годах». Как прокомментировала решение губернатора Наталья Комарова, заявка на будущий год уже составлена. Заявка подготовлена, в ее состав входит список граждан из числа молодых семей, сводный список по всей территории, которые приняли решение претендовать, желающие получить социальную выплату в 2024 году. Наш список состоит из 521 молодой семьи. На этом же заседании было принято решение не учитывать выплаты участникам специальной военной операции при признании семьи малоимущей. Процедура такого признания необходима, в частности, для постановки семьи на учет как нуждающейся в жилье из муниципального жилфонда. Напомню, что в Югре утвержден единый перечень прав и льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающих участие в специальной военной операции и членам их семей.